А если я буду частями заниматься? Таня, первое впечатление о команде. О, такая шумная, веселая, талантливая. И я поняла, что это мои люди. Да, и ты мне вообще не понравилась сначала совершенно. Вот, были какие-то негативные эмоции, напряжение, вот это, скорость, быстрее-быстрее все закончить, успеть была самая главная цель, успеть все закончить. И уже в момент показа за кулисами, когда ты подошла, собрала нас всех в кучу, всех сказала: мальчики, девочки, подойдите ко мне, я должна вам сказать самое важное. Сказала: так, чтобы никто не волновался совершенно, это моя задача, отдайте мне все срочно. Всю плохую энергию. Можно? Сказала я и отдала. С того момента пошло все на лад. Я выдохнула и тебя полюбила. Никто толком не мог понять, чего делать, кого позвать. Все на созвоне. Просто какой-то кошмар. Что скажете насчет белки на голове? Это должна была быть курица. Я искала курицу, но с курицей возникли какие-то сложности. Потом было предположение, что это будет именно лиса. Ну и в какой-то момент, когда не было выбора, и осталось ровно 12 часов, что делать? Таки наша святая белочка, которую увидели все, и белочка пришла в дом. Необычные, и при этом каждый в своем деле профессионал высокого класса. То, что сделали мы, это действительно уникальный проект. Уникальный проект даже ради того, чтобы встретиться. Это очень важно. Я думаю, да.
я не понимала ничего, когда я зашла за кулисы, мне что-то задавали, мне что-то поздравляли, а я так, уйдите от меня, пожалуйста, я ничего не понимаю, я сегодня в эмоциях. Да, и мне больше всего понравилось мое внутреннее состояние, я совершенно ни о чем не беспокоилась, мне было абсолютно комфортно, что можно делать все, что угодно, и ничто не ограничивает творчество. Вот в какой-то, может быть, момент тебе показалось, что все пипец, ничего не получится. Было такое? Нет, такого не было. Такого абсолютно не было. Потому что я знала, что все равно что-то получится. А вот какое оно получится, было стремление сделать его совершенно определенным. И если что-то отклонялось в сторону, просто это подвигали в нужное русло. Я очень благодарна. У меня первый раз, когда собралась абсолютно подходящая как пазл к полной картинке компании девочек, и у нас получилась такая женская прослойка искусства, которая сплотилась, и вместе мы оказались силой. Девочки, я вас очень люблю, вы классные. Особенно Таня, Женя, Марина, Алина, Наташа. И ну сегодня же у нас больше никто не пришел, да? Поэтому всех остальных я очень люблю. Встретимся на следующих проектах. Ну что, как это?